И всем привет, друзья, с вами Лаймстоун, и сегодня мы с вами обозреваем мод на Майнкрафт на версию 1.19.2 под названием Mobs Animation Plus. И с данной модификацией у нас изменятся некоторые анимации у некоторых мобов из Майнкрафта. Итак, давайте же приступать к обзору. И начнем, ребят, пожалуй, с заклинателя, и давайте посмотрим, что он у нас умеет, как он теперь будет двигаться. И первое, что бросается в глаза, так это то, что он, во-первых, да, стоит очень необычно, дергается и вот так вот ходит. И, в принципе, ребят, прикольно, прикольно выглядит, конечно, ноги у него перемещаются сквозь плащ, это не очень круто, но, например, если я выйду из креатива, то сейчас вы увидите кое-что более крутое, то есть, смотрите, он начинает творить всякое безумие, он начинает нагибаться, закрывать глаза, крутить ручками. Ну-ка, давай, дружище, давай, покажи нам еще что-нибудь красивое. И, как вы видите, да, в целом выглядит это весьма круто, то есть он действительно успевает закрыть глаза, нагнуться, что-то такое прозаклинировать, я даже не знаю, как это лучше сказать, то есть скастовать, то есть, в принципе, да, выглядит действительно очень круто. Я вообще иногда жалею, ребят, что таких анимаций нет в ванили. То есть, ну, представьте, вот в ванильном Майнкрафте он у вас выглядит вот так вот. Вот так вот бегает, прыгает, творит всякую фигню. И, в принципе, это выглядело бы неплохо, но в целом и так он и в ваниле прикольный и нормальный. Но, мне кажется, так даже лучше. И далее, ребят, у нас идет Виндикатор. Давайте посмотрим, как он будет себя вести. О, смотрите, что он сразу начинает делать. Он размахивается, он напрыгивает, он творит всякую фигню. Просто посмотрите, ребят, какая жесть. Что он делает? И, кстати говоря, чтобы вы понимали, тут у нас анимации, знаете, на что похожи? На Minecraft Dungeons. То есть вы видите, что у него не гнутся ручки и ножки, в принципе, тоже. То есть он бежит так, как будто это такие вот несгибаемые палки. Но в целом выглядит прикольно. То есть, да, действительно, что-то в этом есть, ребят. Что-то действительно в этом есть. Хотя, вы знаете, я предпочитаю все-таки анимацию, чтобы там локти гнулись и ноги тоже. Но в целом и так тоже хорошо. Опять-таки, пишите свое мнение в комментариях, но мне лично в целом более или менее нравится и так. Ну и рядом с Виндикатором у нас сразу Пилладжер, то есть вот, пожалуйста, смотрите, как они смотрятся вдвоем, в принципе, этот уже, вот он согнулся и уже готовится в кого-то шмальнуть из арбалета, да, ну-ка шмали в меня, а ну давай посмотрим, как ты это можешь делать, и давайте посмотрим, как он у нас работает, ребят, и в целом, ну, прикольно тоже, да, заряжает, нагибается, отбегает, и ну-ка, а если догоню, а если по лбу стукну семенами, вот, смотрите, какой прыткий, ребят, то есть в целом, да, санимировано хорошо, то есть я, опять-таки, хотел бы, чтобы у него больше гнулись какие-то там локти и все такое, а то, видите, он прямыми руками пытается зарядить арбалет, так что это, ну, такая проблемная для него, как мне кажется, тема, потому что, ну, все-таки выглядело бы круче, если бы, ну, как мне кажется, если бы локти гнулись. Но в целом и так тоже неплохо. Вот опять-таки, ребят, пишите свое мнение в комментах, в целом более или менее норм. И далее, ребят, у нас два брата-акробата. Во-первых, это у нас Хаск. То есть, смотрите, как он выглядит, то есть, что он умеет, как он будет бить. Ну-ка, а ну-ка, ударь меня, давай, попробуй. Опа! И вот так вот он бьет, ребят. То есть, в целом, ну, опять-таки, как получается, что он меня бьет? То есть, он успевает меня ударить до того, как он заканчивает махать руками. То есть, вот до того, как он успел меня ударить, получается, мне уже наносится урон. То есть, в принципе, мне кажется, надо было, конечно, автору мода немножко поработать над тем, чтобы это работало как-то немножко не так. Но, в целом, тоже более или менее неплохо. И, ребят, в принципе, к нему же, то есть, по сути, с тем же набором смыслов, анимации и так далее и тому подобного, у нас идет, да, самый обычный зомби, мы его сразу спавним, и он, по сути, такой же. Но он по глупости пошел, чтобы сгореть, то есть, вот, не очень умный зомби, вот почему, что с тобой не так, вот ударь меня. И, ребят, он, в общем-то, делает все то же самое, то есть, у него абсолютно такие же атаки, он точно так же размахивается, как, знаете, такой немножко пьяненький товарищ, такой нетрезвый мужичок, и, в принципе, бьет меня точно так же. Вот такие вот у нас два зомбаря. Ну а далее, ребят, у нас идет он. Он, который будет набивать все морды. Это железный голем. И давайте посмотрим, как это будет происходить. Опа-на! Посмотрите, во-первых, какая у него скорость. То есть он бегает быстрее, чем обычно. У него действительно все происходит теперь быстрее. То есть он двигается, он машет руками, наносит урон. Ребят, просто гляньте, как это выглядит. Насколько это круто действительно сделано. И, о, смотрите, побежал заклинатель. Думает, что победит. Но куда ты скроешься? Железный голем, он всегда на страже, ребят. От него не скрыться. Он вас найдет и жестоко покарает. Так что с ним нужно держать ухо востро. Но, ребята, это еще не все. Я думаю, мы прямо его же сейчас проверим, знаете, с кем. Да, именно с ним он у нас тоже поменялся. Это Реваджер. Гляньте просто, как будет происходить их битва. То есть Реваджер у нас бьет, машет головой, побеждает, конечно, железного голема. Давайте мы сделаем что? Мы сделаем их много. И пусть они просто подерутся, мы на это посмотрим. И, ребят, анимации красивые. Они машут руками, они бьют, они могут отталкивать железных големов. Увидели, что да, вот големы могут отлетать, и реведжеры могут разгоняться, то есть у них еще и такая способность есть.
Выглядит это, ребята, обалденно. Вот именно эти анимации мне жутко нравятся. То есть, как големы бьют, как реведжеры разгоняются, как они отталкивают друг друга. Вот это выглядит по-настоящему очень круто. Вот, опять же, почему такого нет в ваниле? Это же просто обалденно. Но, так или иначе, давайте попробуем еще раз. Еще двоих заспавним, посмотрим снова. И вот дерутся прямо вблизи. Вот прям голем бьет и разворачивается, и поворачивается. И вот реведжер его отталкивает, но все равно бой продолжается и железно. Слушайте, у нас прям какая-то битва мобов начинается, даже не обзор моды, но все равно выглядит обалденно. И вот голем побеждает, вот из последних сил, на последних щах, еле-еле, но он побеждает, он король, царь и просто красавчик. Ну а на этом мы будем заканчивать обзор данного мода, ребят. Я надеюсь, что автор мода еще добавит больше анимаций. В принципе, пока что мод достаточно молодой. Как я вижу, у него всего 3500 скачиваний на данный момент. И, ребят, поддержите автора, скачайте тоже его мод, напишите ему какой-нибудь коммент, может быть, на CurseForge, что он там красавчик, или, может быть, какие-нибудь свои пожелания, что вы хотите, анимации, кому добавить, там, я не знаю. В общем, пишите ему свои пожелания, а я буду на этом заканчивать обзор. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки за видео, друзья, оставляйте комментарии. Также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А с вами был Lamestone. Всем удачи и всем пока!